Цветы, они живые, они все чувствуют, и им нужен уход. Регулярный полив, температурный режим, влажность – за всем этим здесь тщательно следят. От такой заботы саженцам комфортно. Теплицы буквально утопают в зелени. Всего здесь выращивают десятки видов однолетних растений. Все сорта были тщательно подобраны. Этим летом они будут главным украшением городских клумб. В данный момент у нас закуплено 176 тысяч семян однолетних растений. У нас, получается, засеяно все. Сейчас у нас происходит пикировка сальвии, агератума, бархатцев, бегонии. Для них созданы все условия. Нижнекамск ждет совершенно новое цветочное оформление. Регина Хузина – ландшафтный дизайнер, разработала проект по озеленению. Это огромная и кропотливая работа. Созданы новые интересные формы клумб, продуманы сочетания растений по цветам. Что-то новое, цвета яркие, красочные, чтобы прям вот проходят у нас жители этого города и просто смотрят на клумбу и радуются. То, что оно цветное, оно красочное, яркое, призывающее. И получается не треугольники, не квадраты, а разные формы этой клумбы. Появятся на улицах Нижнекамска и новые декоративные композиции. Например, из этой телеги цветы будут буквально сыпаться. Высадка растений ориентировочно начнется в мае. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.